Какую? Микрофон ставь. Вот этот? Аудиотехника, да. Оу! А воспроизведение поставь телевизор. Воспроизведение телевизор? Да. Устройство захвата видео? Устройство... Не, а, я понял. Бля, Даша, ебать ты умная. Телевизор это что у вас? Бля, а где он? NVIDIA? Samsung, да. Samsung, да? Да. Окей, мы просто... Играем в жизнь. Окей, мы просто играем в жизнь. Йоу, хоуми, what's up? Ебать, у меня операторы даже есть, я хуею. Hello, homie. What's up, сегодня я нахожусь в хаусе Ромы Макривского, и мы будем лицезреть прекрасные видеоматериалы, видеофильмы, видеомультики, классно проводить время. Я ждал этого момента целый ебаный день, нихуя не делая. Так хотелось, блядь, просто запустить. Но я ждал именно сегодня. Вы меня слышите? Короче, мы стримим, брат? Присаживайся. Ну, запустили, если чё. Что ты за уёбщик? Это ты. Садись, иди ко мне. Да, встань, не хочу. Иди ко мне, ну иди. Ну иди сюда. Да не хочу, настроения нет с тобой ебаться. Ну иди ко мне. Ну, Рома, ну что ты, блядь? Ебать, у тебя классная кровать, такая огромная, слушай, можно такую же... Ты чипсы заказал? Я не... Ну, блядь, я ж не этот самый, нахуй. Что будем смотреть? У меня есть пару идей, даже Даша вот подсказала. Как ты говорила? Хранитель Луны. Хранитель Луны. Это что? Мультик. Ты смотрел, Ром? Нет. И я не смотрел. Чат, вы знаете такое? Нам надо комедия. Лол, блядь, не спам мне в телегу, я вижу прекрасно, что ты мне пишешь. Я, видишь, я не дома, блядь. Я не дома, блядь. А что ты будешь? Что ты хочешь? Что тебе заказать? Да, я закажу. Да. Я не знаю, ну какие-то чипсы, что такое. Да. Ну не знаю, ну что-то чипсы. Что-то депрессия какие-то. Есть, блядь? А депрессия? Какая депрессия? Жизнь прекрасна, на улице дождь, всякая грязюка, все нормально, все прекрасно, блядь. Тоже, блядь, переживают, правда? Фильм. Так я только хочу, ты будешь даже с нами смотреть? Что по интернету? Да, я сам закажу. Я так посмотрю, как зритель. Могу быть вашим оператором. Кстати, я забыл сториз записать. Не, пожалуйста, только не снимай меня. Так никто не будет... Боже, ебать ты неженка, блядь. То не то, не то, не так. Стул убрать, это он как-то то никак. Не, это похуй, пускай стоит. Я же буду еще к ноуту подходить. У нас пол чистый. Майор Пейн, это что такое? Не знаю. Understand кто-то или нет, чат? Громче микро? Майор Пейн! Бля, даже мне аж неудобно. Ты все вот это лазишь на строй, я вообще никакой не делаю. Так, чат только не в медленном режиме делайте. Майор Пейн. Майор Пейн. Ждем Ваню. Так, окей. А, что я хотел? Я что-то хотел сделать? Стори записать. Я даже в Телеграм не запостил то, что типы. Мы сейчас на хаосе будем с типами лицезреть что-то. Что, бахнем, грязюки? Подожди секунду, Артур, я занят сейчас. Все заняты, блядь. Артур, вас... можешь поговорить со мной, если хочешь? Даша, как день прошел, кстати? Супер, а у тебя как? У меня охуево. Я целый день нихуя не делал. Не, ну я снял ролик и договорился с девчонкой о оформлении в стиле аниме. И все, ничего не делал. Типа, меня немножко раздражает то, что я нихуя не сделал сегодня такого. А ну, я сегодня проспала, проснулась и постримила. Я видел, ты стримила 5 часов, да? Да. А что ты стримила? Видосики. И смотрела видос, реакция на, ну, оценивание озвучки, а чего там, Ром? Отрыжки Ромы. А, я видел эту тему, бля. Это типы просто сделали, да? Ну, прикольная тема. Я полностью не смотрел, я так, чисто мимолетом, а то такой контент. Ты это охуенный контент, блядь, лучше всех твоих роликов, если взят, охуебище. Да? Mm-hmm. Это ты мне говоришь? Да. Пацюк. Вот видите, тип, что тип высирает, ебать. Челы сделали ролик, он собрал 20 просмотров, говорит, он уже лучше. Ну да, блядь, как... Не понял, подожди, а что это? Ребят, со звуком нормально? Макрис, ебать, передай привет, говорит, ебать. Кто? Так, я сниму сторис. Кто говорит? Мне бесплатный смс на номер телефона скинули. Может, вам билетик принесли? Ребята, мы сейчас стримим вот здесь. Я Ромочка, бля. Вот типы в чате. С телевизора кино будем смотреть. Свайпай вверх, бля, приходи в гости. Это я, кстати. Привет. Я не снимал тебя даже. Хорошо. Ты видел, как я обосралась?
Так, еще надо в Телеграм. Шо, ку-ку-ку, я знаю. Привет, привет. Бля, у меня глаза мылит или это хуёво? Просто фокус на мне сейчас, ты немножко в расфокусе. Я про чат. А что с ним? А ты плохо видишь чат? Ну его хуёво как-то читается, он какой-то размытый. Ой, дядь, мне кажется, пора покупать очки. У меня стопроцентное зрение, я бы ещё проверял. Где ты? Недавно. Когда? Да не размытый, Ром, всё нормально. Когда ты проверялся? Во Львове, долбоёб. 10 лет назад? Так, майор Пейн, что это, блядь? Мы ждём... Смотри, мне Рома часы подарил. Ну да, мы вместе ходили. Ебать, удивило. Так, хорошо. Есть морой, посмотри, Джек Ричер. Чат заходи, Джек Ричер. Я сейчас посмотрю. Нам надо либо хоррор, либо комедию смешную. Без запреток, без всякой хуйни. Да, Резюку. Вроде, может, про Джеки Чана что-то просмотрим. Ебать, про Джеки Чана есть пиздатые фильмы. Да я все смотрел. Да в каком году? Я его вообще... Блядь, про Джеки Чана комедия, это охуенно. Тип нормально ногами двигает. Про Джеки Чана, блядь. Я ебутулюсю нахуй. Голосование запустили, модераторы. Хоррор или комедия, что мы выбираем? Да хоррор, это же не страшно. Типа перцы ели, им похуй, они нихуя не боятся. Это уебище только будет пищать на всю хату. Мы рассмотрели с ним хоррор, я смотрю, и оно... А он пугается каждый раз. Ебать, приступы, блядь, типа, или что? Просто каждый раз так пугался, пиздец. Да, Слой так пугается. Это пиздец, блядь. Я просто сосредотачиваюсь, наблюдаю за этим прекрасным видеоматериалом, блядь, страшного характера. Они меня пугают. Я не знаю нормальных хорроров таких, чтобы просто рили пугали. Даже... Ты смотрел «Тихое место»? Ну, мне кажется, уже «Притча» все смотрели. Нет. Очень прикольный фильм. Тихое место, это где все не говорят? Так ты же не смотрел. Я смотрел, где типы за ними еще бегают. Да, да, да. Вот вторая часть, видите, это вообще имба. Я жду вторую. Я тоже, я первую... Мы, знаешь, как мы смотрели? Мы с Артуром смотрели вместе, мы выпили. Много выпили. Мы смотрели этот фильм и начали теории всякие, понял? Поняла, типа, да, дохуя теории придумать. Мы после этого фильма еще 2 часа этот фильм обсуждали, что там можно было делать, что нельзя, почему так, почему всякое, это такой пиздец, блядь. Ну, у меня так сгорело на эту девочку, которая главная героиня. Я в кино приехала. У меня тоже сгорело. Но вторая часть, она намного масштабнее, чем первая я видел по трейлеру, потому что первая только семья одна, а вторая там весь мир. Ну, главное, типа, что это мы охуенно. Не засрали тоже, знаешь, типа, могут... Типа уйти в какие-то другие направления и вот эту всю атмосферу и потерять, все, да, да, тишины, да. Это согласен, да, это. Бля, так они вообще все слышат по факту, да? Любой звук в тихом месте. Ну да. Они не видят, они просто так пукнул. Пизда. Могут снести башню. Ну, может быть, и не пукнул, но может какие-то раздражители именно звука, знаешь? Не, а ты. А как совокупляться? Звук же вот этот будет. И кенты бегут уже! Бегут на этот звук, блядь, бегут, блядь, толпой, блядь, это очень опасная хуйня. Ну, просто... а не помнишь, вы фейерверки пускали, когда она рожала? Потому что они так же совокуплялись. Это же не дыши, нет? Это не оно? Нет. А не дыши, что это? Это я не знаю, я не смотрела. Не дыши, тихое место, это же не одно и то же? Нет, не одно. Поезд Пусан хуйня. Нет. Поезд Пусан, первая часть нормальная, вторая... Да, вторая я не смотрел, потому что сказали фу хуйня. Да, все говорят. Темное отражение. Что это? Правда или действие, его посмотрим. Ой, я смотрела. Стрёмное? Рома, ты смотрел? В смысле, это же не хоррор. Это не хоррор. Это комедия, блядь, какая-то. Ну, это не комедия, там, типа, знаешь, я даже не знаю, как это объяснить. Там просто мерзко и всё. Блядь, давай... Так, не... Про что там, кто там, блядь, выиграл первое место, кто взял там по голосованию? Объясните мне. А есть розовый цвет? А голосование там где? А, было. Есть вариации цветов в этой лампе? Да, конечно. Интересно, покажи, какие есть. Ты баннер не поставил. Ну, у меня нету, я не могу поставить. Блять, чё, нет. Ооо, ебать, сексом. Какая-то комната удовольствия. Отстань, ну, блядь, ёбаный снизи. Я, блядь, человека не могу досчитаться. Досчитаемся завтра, блядь. Я ебать. Зараз делаем плюс одного человека. Так, зелёный нет. Сейчас сделаем человека. Посветлее, оно сильно в глаза. Сейчас фолловера сделаем тебе плюс один на завтрашний стрим, все нормально будет. Не, ну дефолтный, наверное, самый лучший. Да, пусть он слишком яркое просто. Йоу! Зависаем! Рома, ты заказал что-то? Чипсы. И все?
Ну закажи что-то еще, ну я не знаю. Бля, я... все такие злые, бля, пиздец. Ну потому что, бля, ты сидел... Что? У меня было нахуй 3 часа душноты просто. Да? У меня нет настроения вообще, блядь. Ебать, ебать. А когда у меня стримы, знаешь, какие бывают? Когда я с 12 утра стримлю до 12 ночи у всех, и я еще... Когда ты так последний раз делал, ебать? Да? Когда? 3 дня назад, блядь. 3 дня назад? 3 дня назад. Да. Я проснулся, у себя постримил. Потом кому-то пошел, к Славе еще постримил, к Вадиму постримил. И я еще, у меня более фул силы, бля, пойти еще и разъебать на улице девочки там, хуевочки. Не, девочек не было. Было ж недавно такое, блядь, я писал это, блядь, в телеге пост. А тут один стримчик, блядь, и все, нахуй покупаю. Какая разница, блядь. Я тебе говорю про настроение. Блядь. Расслабься, брат. Сейчас давай поправим настроение. Да, ты, блядь, после стрима того у Славы остался, как было все охуенное. Да, доставай из морозилки, грязюк. Фуд фетишисты плюс чат. Давай, доставай, давай. Уф, девочки, блядь. Мне завтра в зал еще в 10 утра вставать, так что... Где этот носатый хуй, блядь? Все, короче, мы смотрим Джеки Чана. Да, чат? Что? Ну что? Не, прикольно. Это прикольно. Мне нравится. У вас этих лент такой, а вам бы еще не... Алло. Валя, когда будешь? Брат, когда будешь, говорю? Все, жду, давай, давай, жду. Все, я хочу пиццу. Давай, давай. Что хочешь? Хочу пиццу. Пиццу? Да. И что, мы будем с ней что-то делать? Нет. Оп! Кому-то заказать пиццу, я себе заказываю. Одну на одного? Ну, я себе заказываю пиццу, я спрашиваю. Какую кому заказать? Филадель, с ананасами. Рома, что ты такой токсик? Ну в смысле токсик? Ну что, в чем я токсик? Закажи 2 пиццы. Да. Хорошо, я услышу. Ты какой любишь пиццу? Не, я просто, может, Валя хочет пиццу, я не хочу кушать пиццу. Так, Валя сейчас приедет. Окей, я хочу посмотреть Пейн. Там нету запретов. Я хочу с Джеки Чаном что-то посмотреть. Давайте посмотрим час пик. Во. Кто, видел час пик? Ты видел час пик? Какую часть? Не знаю. Час пик 2. Блядь, ну там голые типы. И там запретка грязная. Бля, есть какой-то прикольный фильм. То ли короче, там этот играет. Дуэйн Джонс, Остров Сокровищ или что-то такое, блядь, я забыл, как называется. Джуманджи? Ты долбоёб. Дуэйн Джонс, Остров Сокровищ, Джуманджи. Причем тут Джуманджи? Просто соедини несколько вещей в одну. Я тебе говорю, вот, фильм называется как-то Остров Сокровищ, что такое. Как он называется, чат? Пираты Карибского моря, может? Ага. Бля, ну ты такой долбоёб, блядь. Майор Пейн. Я не знаю, что Сокровища это. Сокровища Амазонки? Сейчас. Вы смотрели «Царь Скорпионов»? Он очень старый, да. Да, я смотрел. Когда-то, очень давно. Остров проклятых, Рома? Нет. Нет? Остров проклятых это платформа. С Декабря. Что это? Короче, есть майор Пейн у нас. Майор Пейн точно уже есть, мы можем лицезреть его прекрасно. Майор Пейн. Сука, остров Амазонок, смотрю трейлер, блядь, тут типица голая бежит. Как называется, ребят, ну, Дуэйн Джонс был там на острове, там какой-то Кент еще был. Остров затерянных... Остров затерянных островов. Нет, что-то типа остров... Опа, резюка. Оп, сокровища сюда. Амазонки... Резюка. А, сокровища Амазонки, я написал остров. Доспехи бога. Давайте так, майор Пейн? Не, это старый фильм, это слишком старый. Это что? Это когда он уже лысый, блядь, был. А вы смотрели «Боги Египта»? Тоже прикольный фильм. О, я видел трейлер, о, да. О, «Путешествие 2», ну-ка. «Путешествие», да. Менеджер. Это говорит «Путешествие», да, блядь. «Боги Египта», классный фильм. Смотрите, майор Пейн, майор Пейнис, доспехи бога и, бля, что еще о, есть? О, «Путешествие 2», пиздатый фильм. Ты видел? Больше, я посмотрю грязюку. Слушай, ну, смотрю, я ценю. Оно ниже, выше, что я хочу посмотреть, уф, ну, уф, картинку. Уф, картинку уф. Хочу посмотреть. О, что это за картинки? Это про... Это с животными? Бля, это опять, блядь... Я не помню, я его смотрел ребенком, блядь, мне очень понравилось. Ну, вообще-то, вот этот...
Вот Дуэйн Джонс, постоянно он с детьми снимается, постоянно везде, блядь. Где, когда он там уже будет ебальники крошить кому-то? Путешествие к центру Земли. А может посмотрим 12-12? Про катаклизм? Там бассейн? Я его смотрел недавно. Блядь. В смысле 12-12? 2012. Да. Хоррор. Ну я тоже за хоррор. Есть этот Бабадук какой-то новый. Бабадук? Новый? Это что? На страйку? Можно посмотреть этот Синистер, первую часть. Вот! Вот это ты видел? Что, я его 3 раза видел. Ну, он уже не помнит. Он уже не помнит, 3 раза видел. Можно телепорт посмотреть, я его 10 раз видел. Астрал хуета ебаная, блядь. Хуета ебаная на Астрале, блядь. Бабабой. Бабадук что-то такое. Бабабой, блядь. Есть фильм такой? Бабабой. Даш, мы смотрели Бабадук? Нет. Мы смотрели трейлер. Синистер, прикольный фильм. Ну, просто не, мы ждем Вадю, чтобы нам к троим прийти к одному заключению и выбрать что-то охуенное. Understand? Understand. Проклятие домашних пенисов. Не-не-не. Зеркала, зеркала, ребят, не смотрите зеркала, там такая залупа неинтересная. Бля, там в конце, короче, главный герой выживет, и у него просто все будет отзеркально. Хуйня фильм, блядь, не смотри даже. Это Вадя тоже, да? Алло. Алло. Кондиционер. А, можешь выключить микрофон, пожалуйста, Даш? Да. Заспойлерил еще вам фильм, блядь. Мы были маленькими, если не ошибаюсь, «Зеркала» — это 2007 года фильм. И мы смотрели его, было очень стрёмно. Я боялся спускаться на первый этаж, у меня просто огромное зеркало там было. И мы смотрели, типа, всеми кентами деревенскими. И типа, бля, очко сжималось, пиздец. Я не смогла его посмотреть, я в лагере. Он настолько, блядь, не страшный, чё, рофлюсь? Я вообще не помню. Но сейчас нам по 24, конечно, я бы в зеркало бы. Я его тоже маленьким смотрел, блядь. Маленький? «Не дыши», говорят, в фильме «Не дыши», про что это фильм? А, это когда типы залезли к кенту на хату, понял? Сука, он тупой, блядь. Алло. Не выключай, подожди. Говорит, сука. Блять. «Не дыши» — это когда типы залезли к старику на хату. А, стоп, нет, стоп, какой у нас? Что? Я ему не тот этаж сказал. Послушай, «Не дыши» — это типы залезли к типу на хату и хотели его ограбить, а он был глухой. Ой, он был слепой. И он их по запаху... По слуху, слышал и гасил. Это очень жесткая тема. «Не дрочи» еще есть. Вот «Не дроча» был фильм. «Не дыши», но нормально. Смотрим «Не дыши». Ну смотри, мы сейчас проведем голосование. Сейчас еще Вадя придет, может, тоже у него есть идеи есть. Да он, блядь, дядь, он вообще нихуя не смотрел в этой жизни. Он как будто, блядь, узнал недавно только про существование фильма. Мне хорошо. Даш, себе какую-то пиццу заказать? Нет, я на диете. Да, я тоже вчера на такой охуенной диете. Сегодняшнего дня. 4 гамбургера ночью, как уебал, блядь, за милую душу с бутылкой колы. Что, злое правильное питание? Не, я вчера просто грязюку... И позавчера тоже. Тоже так въебал, блядь? Я про тебя. А, позавчера, ну да. Не, сегодня я на хаос. Сколько раз сторис со скакалкой? А я в зале сторисы не снимаю. Не, я прихожу в зал, меня чел ебет там, я ухожу домой, все. Точно в зал ходишь? Не, типа там интенсивные тренировки, у меня нет времени даже телефон в руки взять. Я просто хожу, ебашу, ебашу и ухожу домой. Но я уже чувствую по себе улучшение, как минимум. Как минимум уже есть рельеф. Это 2-я трения была мне. Пойду открою Вадику. Как минимум, посмотри. Ой, чат осуждаю, блять! Донатов, кстати, нету и. Ну его нахуй, мы кино смотрим. Донат там немае, блядь, немае. I steal your shadow. Кладбище домашних животных. Я тоже не, я не знаю, что. И гаснет свет. Почему Даша не будет смотреть? Не знаю. Big Nose. Добрый вечер. Добрый вечер. Смотри, как классно мы приземлились. Вы кому-то к сексу готовитесь. Да, я ему хочу, а он не хочет. Приземляйся к нам, раздевайся. Сейчас. Как настроение? Нормально. Значит, сегодня я тут
сдержался, чтобы не сгореть на стриме, но я очень сильно хотел сгореть. Я сегодня так сгорел. Потому что все так руфлили, что я думал, сейчас я вот... У меня просто есть Алексей, который так спокойно говорит, и я типа успокаиваюсь. Не, я после второй игры уже не хотел играть. Блядь, какая-то тильтовая игра у вас прошла очень сильно, да? Я вижу, вообще, он, все время... он так орал, я не буду говорить что, но он орал, блядь. Там... Это пиздец, блядь. Я угораю, что это вообще забей. Кстати, это пиздец карма, такая магия была, когда он наугарался три игры. Я видел, я видел. Я видел, как он... Он меня заруинил игру, я видел, как он говорит... Блять, меня только что Дина кикнула с магой. Так это они, блядь, в прошлой игре. И он, а блядь, я угадал. Нахуй двоих убрал. А я угадал их нахуй. Да, он их убрал, я лежу, я просто уснул по твой стрим, не проснулся, блядь. Я сейчас поспал, чтобы силы сейчас, были. Сейчас, смотрите, какой я себе кофе купил. А где, мне видно? Мне видно? Нет, нет. А что так уебишься? Смотри, у меня какой-то живот. Так он есть там. Вот. Покажи куртку. Смотри. А, смотри, какой модный. Блять, смотри, какой модный. А? Охуенно? Въебал 85 тысяч нахуй. Palm Pennies, блять. Гривен? Нет. Нет, мы же ездили, покупали вместе, я же не помню. Да я же не помню, сколько он заплатил. Иди к нам. Бля, я даже не смогу. Я тут лежу. Иди, я сбоку лежу, мне не нравится лежать в центре. Блять, ты хочешь сказать, мне сейчас начнут ебать жопу в рот, нахуй. Да, поэтому злой выжить в центр. Ложись в центр. Давай, иди, я не буду в центре лежать, иди уебан. Я выебу, блядь. Я тебя выебу. Садись. Пиццу будешь? Нет. Я уже заказал, мне пол. Да, я тебе заказал пиццу. Я себе заказал еще три пиццы. Иди к нам. Убери свою руку, блядь. Иди к нам. Иди. Что, будем смотреть? Помнишь, в 13 что? Завтра этот? Я не знаю, что мы будем смотреть, включайте мне похуй. Ты что, не выбрал, блядь, что мы смотреть, уёбище? Не, у нас выбрал. Есть фильмы, я просто хотел поинтересоваться у тебя, блядь, Йосип, нахуй. Как этот фильм называется? Мне чат? Без разницы. Мы хоррор смотрим. И ты смотреть его будешь? У тебя есть подушки? Мы брали бой подушками. У нас есть подушки, на которых мы спим, я тебе их не дам. Я дам бой не подушки. Дыши, сам не дыши, уёбище, какой фильм будет? Ты что, оскорбляешь нас, сам не дыши, понял, блядь? Не, дыши, дыши, живи, блядь. Не в том плане, нахуй, блядь. Ладно, смотри, у нас есть майор Пейн и... Хуёрн, блядь, Пейн, смотрим не дыши, все решили. Дядь, там чел гасит типов. Где? Ну там кроу немножко. Даш, включишь нам? Искатели могил, боже, блядь, Искатели могил, такая парашка, как будто смотришь... Не, это хуета, да. Как будто смотришь ролик, блядь, Димы Масленникова, нахуй, который научился монтажить, блядь, нормально. Не, а не вот эти, блядь, размытые хуйни вставлять свои. Это хуйня полная. Там, это полная там хуйня. Челам, блядь, не хватает говорить, здесь кто-нибудь есть? Подожди. Кванкеку, сука. Кванкеку, бла-бла, блядь. Он как-то говорил, блядь. Не, на душе это полная хуйня, потому что 50 минут АФК контента это пиздец. Что хуйня? Не иди забирать? Не дыши, а этот. Искатели могил? Да, искатели могил. А что забирать? Я чай не дошел делать. Чаек? Да. Окей. Тебе так... она предлагала чай? Нет. А мне да. Нет, чел, пошел нахуй, я тебе сейчас просто рубану и все. Как зал вообще? Как зал? Болят ноги? Как зал? Я не буду, как ты, как телка, на еще не стриме. В смысле, кто? Я телегу? Я в телеге. Мою телегу. Твою телегу? Нет, зайди, вылазь. Блядь, да... Мой номер гуляет по интернету, блядь, уже 2 года, мне похуй. Мне звонят, блядь, еду заказывают бесплатно, такси, блядь, девочек, мне похуй. Просто я поднимаю раструбку, мне говорит, так вам девчонку, на ваш номер и адрес, говорит, давайте, блядь, бесплатно, что ли, давай сюда, нахуй. Не дыши, блядь. Что мы смотрим все-таки? Хоррор. Не дыши. Не дыши. Оу, welcome to the club, buddy. Зара, я включу, ебать. И шоколадка, это все ему? Не-не, мне сладкое не нужно. Я сегодня на стриме, блядь, какую-то хуя взял. Еще шоколадку съел, этот кусочек. А я тоже шоколадку сегодня съел. Спасибо а большое. Что ты в зале делал? Покажи битку. Битку, блядь, что с ним нахуй? Я... Он меня уже заебал, я, блядь. Включи что-то просто и все. Я выспался. Че ты доебал? Пойдем, блядь, сука. Включай, давай. Блядь, блядь! Давай. Сейчас буду так. А как
каком, ну, оригинальном, самом оригинальном сайте. Конечно, мы же осуждаем торренты, блядь, пиратки всякие. Да, конечно. Ты можешь как-то? Подождите, сука, как же тут сложно. Даш, принеси мне одеяло, я буду спать. Розовое? Ага. Блядь. Ой, блядь! Этот уебан мне звонит, я спустился, сел в машину, этот, завел ее, блядь, чтобы она немного подогрела. Он говорит, ты где, блядь? Уебан, блядь. Спасибо. Блядь, что у тебя украинский тут? Не дыши, блядь, что иди это? Иди нахуй. Украинский язык. И, блядь, в русском и украинском языке, блядь, есть нахуй. У нас это и, блядь. Напиши ее. Или ты про... Ой, иди нахуй, короче, уебище. Ой, сука, я тебе раком щас, стал. Я сейчас как взли... Ты чё, блядь? Ты чё, Жожа, ответь, ВЛС, пожалуйста. Ты чё, блядь? Я сейчас как взлечу нахуй на тебя, блядь. Под одеяло твоё, нахуй. Что, он тебе чай сделал? Да. Злой тебе чай сделал? Не-не-не-не. Я буду пытаться этими мальчиками. Блядь. Я буду пытаться, блядь. Так, спальни. А как будет... А как понять, слышно ли нет на фильм? На фильм. Слышно? Ну, а нам? Ты нажмешь, включишь и узнаешь. Логично, блядь. Слушай, есть звук? Ты на ноуте поставь, выбери звук телека. На. Ой, давай, проверю. Бля, будет тильтово, если у них будет этот фон. Ну, типа, слышно, микро будет захватывать. Так. Режим студии. Че пишет АФК, Вадик, камень, Вадик, потише. Блять, ты знаешь, сколько слов сегодня Крисоев сказала, блять, за всю игру? Сколько? Три, блять. Три? Ну, мне кажется, да, блять. Она вообще нихуя не говорила. Это просто такой тиль. Да ну, там же надо орать, там такси, блять, один караоке, блять, ходячее. Дядь, когда за одну игру нажали, блять, 7 раз кнопку, блять, все. Да не, я типа, ну. Я уже все. Да там Диман бывает, нахуй, в самом начале нажимает, 5 секунд проходит, нужно нажимать. Блять, захват окна нужно делать, да, у тебя тут? Чё у тебя окно ебаное, блядь, не растягивается на фул? Ну потому что это ноут, там другое решение какое-то. Я не разбирался с этим, мне похуй. Приди, блядь, на часик раньше, реши все вопросы, блядь, а потом запускай этот. Ты его не растянешь, так мне кажется. Гений.